Всем доброе утро. Сейчас у нас раненько, еще 9 утра нету. Погодка хорошая, с утра солнышко. Будет тепленько, то есть жарко. А я готовлю с утра вот такую вот вкусняшечку. Записывайте рецепт, очень вкусный будет плов. Но я его делаю по-своему. Значит, здесь у нас из мяса говяжьи ребра. Я предварительно, значит, отварила и порезала на такие вот кусочки. Как мне удобно. Разогрели наш сотейник, сковородочку, казанчик хорошо. У меня оставалось, когда-то я жарила утку, и был жирочек утиный. Я его не выливала, этот жир, а собрала в баночку. Сюда же я отправила в казанчик наш этот утиный жирочек. Слегка добавила растительного масла и закинула сюда, значит, отварные нарезанные наши ребрышки. Затем 3 луковицы, болгарский перчик, капи, 3 штучки и 3 морковки. Молодая уже морковочка, 83 гривен, дорогущая. А что поделать, овощи почему-то у нас не падают в цене. Лук по 60, перец вот такой была просто распродажа, он слегка такой был вяленький по 80. 3 штучки вышло на 15 гривен, они сильно тяжелые. Потому что я когда-то ела плов именно со сладким перцем, это было безумно вкусно. Все, мы сейчас это хорошо вот все обжариваем, пропариваем, протушиваем. Вот, специи я сейчас при вас буду добавлять. Смотрите, какая красивая картина получается, сколько тут красок. Аромат стоит обалденный. Все, добавляем уже специи. Соль. Раз щепотка и еще, наверное, полторы щепотки. Все, полторы щепотки. Сильно я не люблю, чтобы много было соли. Черный перчик. Будут кушать детки, сильно острые, я тоже делать не буду. Так, добавили. Естественно, куркума. Сейчас цвет будет обалденный. Плов будет золото. Золото. Вкус, кстати, он сильно никакой не дает. Но специя полезная. И цвет дает обалденный. Так, 2 лаврушечки. Раз, два. Это нет, это нет. Листья травы можно, кстати, тоже немножко добавить. Оп. И у меня были на в рюмочках и давали вот такую вот специю для плова. Тоже хорошую ворс можно кинуть вот так где-то. О, шикарно. Так, подсветим все. Это мы все мешаем. И специи тоже создадут свой аромат. Супер, супер. Сейчас дальше у нас скажу. Вот, такой бы плов. Я тогда у нас что-то плов не готовила. У меня очень старший сын любит пловчик. Дальше рис у меня будет вот такой длинненький, смотрите. Видите? Промыть рис нужно в 7 водах. Раз налили водичку, вода будет мутная, вылили, опять налили холодную водичку, вылили. И так 7 раз, пока не станет ваш рис чистенький. Тогда плов не будет как каша, будет рассыпчатый и очень вкусный. И вот такой вот я люблю длинненький. Все, больше никаких таких не должно быть загадок. Как мыть рис. 7 вод. Дальше. Когда я варила вот наши говяжьи ребрышки, вот бульончик я оставила. Будем заливать этим бульоном наш плов. Сейчас еще минуток 3 у нас проварится, поджарится вся эта у нас овощи с мясом. Высыпаем аккуратненько сюда рис, но не мешая.
Заливаем этот бульончик, накрываем крышкой и все это будем варить, ну, где-то полчаса, 40 минут. Будете все это смотреть по вашему усмотрению, чтобы выкипела полностью водичка. А рисик должен быть у нас уже такой, видно будет, что проваренный. И все должно быть хорошо приготовленное. Потом уже в самом-самом конце, кстати, чесночок можете добавить, а потом в самом конце это все перемешается. В самом конце, когда уже выключите. И у вас плов получится огонь. Самый вкусный плов. Сейчас посмотрим, что у нас тут уже. Все поджаривается. Готовочка еще поспишется. В общем, я вам рассказала. Смотрите концовку в шортах. Будет плов шикарный. Все. Всем хорошего дня, мирного неба. Пока.